формулы. Я хотел бы записать их на один листочек и пояснить, где их искать. Нет. Закон Кулона. К, Q1 на Q2 на R в квадрате. Искать видео про Кулона. Напряженность. К, Q на R в квадрате или F поделить на Q, которая в поле. Вот это вообще про напряженность, я отсылаю к видео про напряженность, чтобы не было путаниц, какие заряды, на что делить и так далее. Сейчас надо было видео про кулон, это видео про напряженность. Конденсатор. Значит, кстати, видео про напряженность, еще всякие диэлектрики в поле, проводники в поле, все туда же. Значит, Q на U C равно эпсилон, эпсилон нулевое, S на D. Отсылаю видео про конденсаторы. Последнее. Потенциал. Фи равен К Q на R. Фи равно... Все, последнее, по-моему, не существует. Значит, фи 1 минус фи 2 равно работа поделить на заряд. Или работа равна, соответственно, Q на разность потенциалов. Отсылаю несколько сумбурное, но все же видео по потенциалу. Значит, по большому счету, вот они формулы для электростатики, все, которые есть. Не значит, что надо знать только их, надо еще знать все, что я рассказывал до этого. Несколько с потенциалом получилось сумбурно, может быть, я перезапишу видео, но пока оно и в таком не сойдет. Значит, но в целом вот это и вот это своего рода некоторые способы описать поле. Причем этот способ нам потребуется потом в выходе на кинематику, то есть ускорение, напоминаю, силу, ускорение и так далее. А вот это нам потребуется потом для того, чтобы описывать поля с точки зрения работы, совершенной работы, изменения энергии и так далее. Все это вообще два разных подхода. Подход 1 и подход 2. У них есть сильные и слабые стороны, они пересекаются. Как они пересекаются, я расскажу потом. На этом пока что все.